Дэн на выезде из Москвы. Хочет сегодня допилить до Серпухова. А может куда-то подальше? Да. Да? Может подальше. Как пойдет. Главное, чтобы дождя не было. Ну вот сейчас вроде погода уже стало посветлее. А с утра дождик пытался начаться. Да. Чё? Да не то, что хорошая, вообще отличная полоса, разгонная. Я тебя снимаю. С Дэном пилим до Серпухова. Осталось еще сороковник. Ну, силы пока навалом. Главное, чтобы дождь не пошел. Дэн все время поглядывает на тучи. Ой, вон там большая туча. Опять большая туча. Еще большая туча. Так что посмотрим, как пойдет. Присел отдохнуть. Не могу, говорит, больше ехать. Ножки болят. Ну ладно. Все, говорит. А, все слышит. Я хотел тихо сказать. Потому что у меня ухо заложило, я сам себя не слышу. А он сидит тут, все подслушивает, что я говорю. Похоже, конечная пункта нашей велотрипа сегодняшнего будет терпеть. Потому что завтра обещают дожди. И Дэн говорит, я не хочу ночевать ни в каких хостелах, поехали домой. А я в связи с тем, что что-то подустал, говорю, ну ладно, чувак, поехали. Мы сейчас продолжим движение, уже последний рывок. Дэн уже совсем сдох, говорит, папа, домой хочу. Все, давай, домой, ножки болят. Чё? Нет. Ну все, погнали.
поснимаю сзади. Съезжай вперед. Я сзади снимаю камеру. Угадайте, благодаря кому? Сейчас возвращаемся. Проехали. Значительно меньше, чем хотелось. Тем не менее. Тебе бы понравилось? Ну ладно. И то хорошо. Весь обратный путь сделали на поезде. На ходу у нас не получилось доехать. Хотя бы там часть пути на велосипеде. Ну уже все. Достаточно. Уже сделали хороший трип. Это как бы открытие сезона было у нас.